eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Так, ну в живых я остался, ребят. Всем снова привет. Вторая карта гранд-финала SLTV IM Series 9 сезона. И команды начали без админа игру. В общем-то, поэтому мы не видим здесь по факту первого пистолетного раунда. Но мы с вами прекрасно видим то, что, скорее всего, была бомба первой пистолетки. Судя по разменам, мы вот сейчас, глядя на экономику No Mercy, можно сделать вывод, что все-таки они играли один бай, но отдали 3-0, и волевуха не сработала. Итак, сектор шанс на барабане сейчас для команды No Mercy из Польши. Они едва-едва не вытащили Мираж, карту, которую пикнули игроки команды СНТ. Вот на карте Денюк, опять-таки, это пик польской команды, шансы у них должны быть больше. Ну, статистически, то есть больше, потому что они же сами выбор сделали, да. Но непонятно, какой нюк все-таки у СНТ. Они за финальную серию не сыграли ни одной темной карты. За финальную серию аматорки. Да, остальное матч-хистри мне неизвестно, поэтому в этом есть, ну, интересный, непредсказуемый момент. Ну и закуп на пятый раунд. Да, все-таки на третий закупались парни из Польши. И сейчас давайте смотреть, что будет. Вот слава богу, что без нас на самом-то деле начали, чтобы мы не демагогились. Извиняемся заранее. Вот извиняюсь перед вами, друзья, за то, что все-таки вот с аматоркой так срослось в этом сезоне. Все очень-очень мрачно по одной простой причине. Так вот, мне интересно, видел ли он сейчас... Нет, бес не видел, бес не видел. Здесь Серга, который стоит за красным. Короче, поляки решили сидеть. Играют очень плотный холд с прострелами. Но в основном вся основная ударная сила, опять-таки, антипуш. Антипуш-стратегия. Но по логике она не работает, потому что белорусская команда будет твердо отсиживаться на точках. Смысла просто здесь влезать нет. Единственный, кто поджимал, это Серг, но он уже просто играет в качестве суппорта через туннели. Нет, пошел думать на улицу. Вот, видимо, напугался сейчас то, что напугались белорусы, то, что все-таки что-то пода топали, но по факту никто никуда не вышел. Ну и сейчас будет весьма интересный прием, если он будет. Влетают первые флешки, Роба, и Роба должен был делать, так, минус, но не смог, но у Мерси минус 4 схода по всем фронтам, Андаласт, и это игра на рампах. 4-1, но у Мерси все-таки ответит. Шанс у белорусской команды здесь потащить есть, и он определенно больше, чем шанс. Хотя вот определенно больше или нет, непонятно. Понятно только то, что шанс пускай и есть, но он призрачный. Просто тема в том, что надо слишком сильно раздавить защиту, чтобы реально что-то получалось. Ну, пока 4-1. В конечном результате, если опять-таки защита будет здесь доминировать и получится сделать все в лучших традициях Counter-Strike, опять-таки все прессинги от СНТ, если будут срабатывать, будет... Вот правильное решение от Серга, наконец-то. Видимо, у него в руках ВП очень правильно сделал, просто очень гибко улицу играли в том раунде поляки, и для СНТ это явно плюс, то, что теперь будет играть Авик, это пассивная роль, а вот польская команда, у них планы другие, они, по-моему, вошли в раш, и... Ну вот, не получилось все равно, размен на 3 в 3, бомба не стоит, 3 в 2... Ну, нужен Серг срочно, но пока он... Оп, 1 в 2. Ну, с АВП, конечно, такое потащить будет не по зубам. Вот ошибаются. Ошибаются СНТ при приеме Аплента. Опять-таки, вот отсутствие подготовки, по-моему, в приемах. Какая-то дискоординация действий, движений, когда все должно быть просто иначе. И вау. Воу. Вот это да. Вот это кубик Рубик сейчас такой думает. Вот это оппонент. Вот это сладкий тип. 4-2. Минус деньги. С деньги СНТ закупаться не будут, надо пробежаться. Так, ну что, два раш-раунда, один слоу, один тайминг-раунд, один раш-раунд от No Mercy, и вот эти два очка на табло у них. Так. Ну и давайте смотреть, что будут делать дальше поляки. Ответили, конечно, быстро, но, опять-таки, это их карта, они могут делать все, что хотят. Хотя из атаки пока они ничего такого не показали, кроме простых выпадов. Кроме простого выхода на аплент, который опять же закончился. Ого, хедшот какой от Эцика. Ну вот Тикрей 128 и Анда отвечает. И вот сейчас самая главная задача просто уйти отсейвить этот девайс. Хотя аплент уже проиграл свою перестрелку, упал дэш в двери.
Женя сейчас попытается закрыть, но разменные дальше не идут. И, в общем-то, серк, ошибка, и все. Ну, вся надежда сейчас, конечно, то, что все-таки пойдут А. Но, по-моему, надеяться стоит только на какой-то минус. Так идет улица, флешка дальняя. Одного пропускает, оставляя его красным. Падает. Ну, фейкуют. Но у Мерси, понимаю, что не знают они, сколько человек находится на пленте. Отправили одного по улице. Он успешно заходит просто в каналки. И сплит атака продолжается. Вот с девятки нет АКМа. Плохо. Вау-вау-вау-вау! Но расправляется Женя. Опять 1-2 остается Анда. Снова на рампах. Снова в той же ситуации. Ну, бомба будет стоять, я надеюсь, на мейн. Да, на мейн бомба. А вот у Анда есть сейчас выбор. Так, он слышал то, что бомба ставится где-то, скорее всего, под девяткой. Даже не на мейн. Но боятся именно мейна. Анда, кстати, походу вообще не ждут с этой точки. Ну, есть шанс то, что сейчас в скрипе сработает вот этот вот, вот эта вот супер дыра. Но супер дыра вообще не решает. Анда даже не чекает, просто выходит спокойно на плент и гибнет. Печалька, короче, 4-3, раунд сыгран, надо закупаться. Но у Мерси уже есть 3. Все, что им нужно, это взять минимум 4, максимум даже 4 раунда. Ну, нормальной команде 4 в атаке хватит. Вот реально нормальной команде. А с учетом того, что мы здесь видим фейл на фейле, я думаю, что даже со счета 13-2 здесь бы, пользуясь НТ, у Мерси бы смогли дать камбэк в защите. Так, ну что ж. Идет закидон на улице, без. Так, без не прошел. Вот снова меняют стиль игры белорусы сейчас, и на этот раз очень-очень удачно. Но на стрельбе отыгрывает очень плохо Робани. Ну, не дали ему уйти в последний момент. Старался сыграть красиво. Получилось, как у Moscow Five на DreamHack в 2009. Но раунд продолжается, будут стараться на реладе. Дэш, отлично, да, давай, на реладе, выходи на него сразу. Ну, спинного игрока запирают. Серк понимает сейчас, что выхода на плент нет. Но момент истины. Второй смог. Ставится бомба тециком. Ну, как видим, он его не задевает. Лучик нам это сейчас показывает. Прострелить не удалось. И опять преимущество у поляков. Но самый главный расклад в том, что они оба играют с вилки. И один минус за польской командой — это взятый раунд. Ну, вот косяк на косяке. Ушли в последний момент, остались живых. Серк выходит, помогает. Ой-ой-ой, это опасно. Ну, что ты будешь делать, стоять? Ох, ты ж, Тецик. Больно. Максимально сосредоточенный, максимально грубо играет Тецик. 4-4, просто не отпускает этот раунд. Второй хедшот был явно в тему. И у польской команды уже 4 очка. Ну, и это, в принципе, весь тот минимум, который им был нужен. Я не знаю, какую атаку собираются показывать вот игроки из Беларуси, потому что, ну, им явно надо как-то извыпендриться, я не знаю, извернуться и... Но, может, и в ней что-то будет интересное. Пока смотрим за новым Мерси. Так, ну вот Тецик, герой прошлого раунда. Так, номера 3-4. Так, Женя на цепке, Серк в туннеле на звуке. Женя заходит уже вовсю в ноль. Привет ему, говорит, Кубик. Привет, я Кубик, а ты меня пушишь. И вот здесь вот три друга остаются последними в живых. Смотрите. Я не знаю, они просто... Это нереальная какая-то... Что это такое? Как это? Это не КС, это просто идите. Ну, каждый игрок делает по минусу. Молодцы. 5-4, и вот они, поляки. Вот они, поляки, уже впереди. Топ-3 Польши, между прочим, играют в Аматорке. СНТ, плетка, серк, все, разочаровался он в своей стрельбе с АВП, с кальтом ему не везет, с АВП не потащишь, с плеткой может быть. А вот что будет делать звено Апланта? Я бы вообще на месте белорусской команды сейчас укреплял А просто, играл бы 4-1. 4А, 1 на рампах, там 2 быстрый суппорт в канал, как все, что нужно, по-моему. А-а-а, вот он мув где был. Они мейн заходили, оказывается, поэтому, да-да-да, вот поэтому плент упадал постоянно в исполнении Жени. Ну, Дэш идет туда же, гранаты его спокойненько просто сплит огнем выбили, ну и Анда не успевает подпушить. Все, Серк бездействует. Ну, вот самый, наверное, один из самых сильных стрелков этой команды просто играет на улице, на которую никто никуда не ходит. В общем, поляки делают все, чтобы не искать себе на попу неприятностей. Серк, ну, будет чекать или... Или... Ну, дочекался, все, ушел. Тиммейт его просто там не выжил. Один минус, и, в общем-то, до свидания.
Насилие начинается. 6-4. У СНТ начинается сейчас паника. Небольшая паника. Хотя паниковать не надо. Нужно просто научиться нормально играть. А вот я не понимаю, имея Серга на улице, какого хрена два дебила заходят вот сюда? Вообще без какой-либо... Без какого-либо сопротивления, когда вот здесь вот чувак, на девятке чувак, а эти вдвоем заходят сюда и просто убивают весь плент. Это... Ну, короче, всасывать надо тоже уметь. Все вопросы к СНТ. Серг. Но на этот раз ему подмастили с фрагом, попал по репу, получил тот в репу. Есть минус от Анда. Опять-таки поджал немножечко с рамп. Закрыл игрока атаки на радио, но беса пропустили. И без готов сейчас просто топить. Вот этого сейчас просто могут не ждать. Посмотрите, какой бонус у беса будет. Но один на фронтексе. Один на фронтексе, поэтому ждем сейчас беса. Его тиммейт в скрипе, второй тиммейт, по-моему, в будке. И они идут все. Да, не чекает фронтекс. Ну, плент убивает 2 в 1. И сыграет ли робо? Опять робо лажает, делает только минус 1. 2 в 1 за секунду, Янда последний. О, боже мой! Он просто идет с бомбой красной в каналку. Она падает, и Янда... Да какого хрена? Ты видел, что было? Он с бомбой по... Меня бомбит. После такого я... Все, белорусы вперед. Это как вот в ситуации с бесом на мираже, когда он зашел к двоим в спину, но он не знал, что их двое. Это просто истерика. Уважаемые аматоры, пожалуйста, играйте нормально. Не уходите с пустого плента, с бомбой вниз, где вас ждет Анда или еще какой-нибудь чувак. Но тут настолько было все банально, что они могли просто ее ставить, прикрыть девятку. Ладно, быстрый выход под раскидку на плент, снова защита, ничего не может сделать. Женя Мэтт собирается слишком поздно. 3 в 3 размены, тем не менее, без 3 в 2. И тут уже все очень-очень плохо. Серг последний, все. Ну вот... Обоссался Серг, ждет улицу, хотя поздно ее ждать. Ну нету там никого, понятно же это. Так, дым на скрипку. Здесь фраг с мейна. Ну, плент рисковать не будет. Один палец в двери прострелами. Понимает это Серега. Играет поджим плента, флешка. Ну и такая антикризисная, я бы сказал. Стрельба, конечно, Серг. Ну вот видите, тут даже поляки понимают, что Серг реально жестко стреляет, поэтому пытаются его как-то, я не знаю... О-ля-ля-ля-ля! Нет, нет, репа забирает себе этот раунд. Все, но у Мерси просто решили доминировать в этом матче. 7-5, но счет по картам 1-0 в пользу белорусов из СНТ. Поэтому, ребят, давайте, наверное, сейчас наберемся терпения. Маторка и пищи не про серии. Да про серии вообще сосет. Я тебе говорю, Старладер весь вместе со Стар серии насасывает где-то в сторонке по сравнению с тем, что мы смотрим здесь. Это затупи на 5, затупил на раунд. Ну, бывает, бывает. Соберется, потом не будет больше, не будут больше поляки с бомбой так ходить. Вот какой хедшот сейчас был хороший. Атанда попал по голове, армор снес, так, лагает гол ТВ и... И у нас пропал интернет. Это все, что можно пока что сказать. Да, пропал интернет, но мы смотрим дальше за матчем. Ну, в общем, пока интернет не раздуплится, я даже не знаю, раздуплится ли он вообще в принципе, потому что дропы продолжают нарастать. Да-да-да, дропы нарастают. Дропы нарастают. Давайте чекнем, наверное. Ну, я вижу, да, то, что не работает. Ведь давайте обновим Healthy Work, попробуем, и, может быть, что-то получится из этого. Нет, все, Европа легла, скайп... Опять упали какие-то трупы. Бомба уже стоит. Серк один. 1 в 4, 8-5. Откомментил, ёпта. Что тут еще можно сказать? Ну, я не знаю, друзья, я извиняюсь, но это вот такая вот ситуация, то, что дропы продолжаются просто. Да, все, скайп упал, поэтому ХЛТВ у меня лежит. Супер. CSGO Launch лежит. Оп, оп, заработала? Заработала, походу заработала или нет. Ладно, давайте попробуем сделать ретри просто.
Нет, ретрина сервер тоже не работает. Дропы продолжаются. Говорю сам с собой. Ну, походу, ГГшечка. Я не знаю, будут доигрывать, наверное, прямо вот так. Так, From PL Team. Белорусы в последнем раунде все-таки не сделали со самбо. Ну, From PL Team. Так, идем вначале в Т-шку, потом контрам на Б-шку. 25 хедшотов, 17 бан-репортов. Один несет, другой пасет. Бомба на мид, раунд слит. Так, стрим непов и дигнитами будет. Если не у слэма, киньте хоть кого-нибудь. Смотри, фраг бит. Так, скиньте нып. Благодарю. 5-10. Сними на видео, как ты ешь колкота, вот пишет Витя своему другу. У нас уже 3000 дропов, у нас уже трансляция просто... Да все, да, пока и нет. А, нет, смотри, заходит. Ну это предсмертные ласки, по-моему, в исполнении. 84 тысячи дропов. 400, 4200, я не понимаю, что делать. Не, ну у меня еще компьютер, конечно, глючит, но я альтабуюсь нормально, значит... А? Нету? Тоже? Все? Откомментил, ёпта. Вау! За секунду просто возвращается интернет, возвращается все звуки, возвращается с трансляциями на сервере. И тут уже 7-8! Есть два раунда ответа от СНТ. И пистолетка. Короче, первую половину мы, походу, с вами профукали немного. Ну да ладно, смотрим вторую, но у Мерси в преимуществе. И, ну, как бы помягче выразиться. Ну, 7 раундов в защите, это даже для белорусов слишком мало. Вот я ничего тут не говорю, но просто это как-то даже для СНТ маловато будет. Так, ну вот спалились на улице, стянули Тецика. Декой на улице, посмотрите, все в декое, просто сплошной декой на улице происходит. И... Так, есть минус от репа. Отлично. Минус от Тецика. Ну, короче, все, поляки берут первую карту. Давайте смотреть третью. Ой, вторую карту, давайте смотреть третью сразу, потому что... Можно даже доигрывать, наверное, я не знаю, как еще это описать. Так, ну почему-то дропы... Вот, друзья, кто запись на ютубе смотрит, извините, но... Я сейчас пытаюсь запустить трансляцию, чтобы она работала. Она просто не очень хочет работать, но мы пробуем. По-моему, Амстер повис, если я правильно понимаю. Да, все, пошло дело. Пошел коннект на Twitch. Ну что, 2 в 3, и на бомбе играют сейчас белорусская команда. Женя остается 1 в 3, его, по-моему, да, надо забирать. Да, все, забирают его спокойно, бомба стоит снизу, но это 9-7, и... Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что все-таки белорусская команда вряд ли сможет здесь взять 2-0 в этом суперфинале. Глядя на то, как No Mercy издевались, играя в атаке над своими оппонентами, выходя, при том, что выходили на плент и не справлялся только Робо. Серк вообще, вот, да, он стреляет хорошо, красавчик, но вместо того, чтобы находиться в мейне, на суппорте, он отдавался как женщина просто. Ну, я имею в виду, что как женщина легкого поведения. Все мы на любой позиции. То есть, да, давай, Юрец, заводи микрофон. Нет, давай я эту карту докаменчу. Просто потом у меня макароны будут. Какие макароны? Макарошки ж я заказал. А, значит, я... Не, я приду, я просто поесть пойду. Я думаю, тут все будет быстро. Мы тут со страйком на самом деле с ума сходим. Вот особенно после... После первой карты нам уже все понятно стало. Мы решили, что пора врываться в КС большой. Так, Женя, давай. Не везет Женя. Вот не хватает чуть-чуть совсем парню. А его команде 3 раундов до ничьи. И вот самое время сейчас показать. Ну а теперь давайте смотреть уже за раундом белорусов. Если сейчас... Если сейчас... Девайс на раунд берется, то это какие-то шансы, какая-то предпосылка к тому, что, может быть, что-то получится. Но если сейчас они его не выигрывают и играют крайне отвратительно, то все будет плохо. Так, Серкулица, Роба с первым респауном. Смотрим за ним. Это флешка от стенки сразу. Ну да, вот сразу же, смотрите, он уже не сможет отпушить, не сможет принять упор. Выиграл первые пару секунд. Ну, даже если это типа раш, это не раш. И обратите внимание на польский деф. У них один игрок в плинте. Один игрок на 8, один игрок на 9. То есть они стоят втроем. Что делает игрок по улице, чего не делал Серк? Посмотрите, он заходит вот так.
Ну и понятно, на Умерсе становится, что это апленд. О боже мой, и где же вся та стрельба белорусской команды, о которой мы так долго говорили? 11-7. Просто без шансов. Все, ну как бы, тут все понятно. Не, конечно, какие-то раунды они, наверное, возьмут. Но 1-1 по картам тоже нормально. А третья там у нас даст 2, да? Даст 2. Ну уж на Дасте 2, я думаю, обе команды играть умеют. Обе команды его играют по-любому. Я не знаю, нет такой команды, которая не играет Даст 2. Вот это сейчас могла быть граната. И посмотрите мясорубку, какую устроили поляки на рампах. Ой-ой-ой. А Репа настолько скучно на улице, что он уже по крыше ходит. Сюда пытается запрыгнуть. Вот, наверное, пойдет потом с внешки прыгать на гриба, на этого. Я, кстати, допрыгиваю через раз до него. Вот в последний раз я допрыгнул, прыгал на него, упал вниз, разбился. Проиграл раунд, бывает. Пятюнька! Пятюнька мне. Кто первую карту взял, а ты угадай из трех раз. Откуда Женя Мэтт? Откуда Сиксер Видео? Вот оттуда же Женя Мэтт, наверное. Это я с чатом общаюсь, господа. Так, ну СНТ, пора выходить втроем по улице. Пока вот они думают. Так, пошли. Все. Поляков улица. А, вот весь бонус улицы, я понял. Они ее просто услышали. Посмотрите, как играет Тецик. Жестко. Вау! Ну, сыграл очень жестко, красиво. Рискнул, конечно. Пошел чекать дальше. Бросив молотов. Думал, наверное, то, что все-таки удастся запушить спину. Но СНТ атаковали изначально по ходу Б. Но бомба все еще на нуле. Вот ее пытается у нас найти Женя в стенке. Но она лежит на самом видном месте. Ну, положи на видное место, и потом никогда не найдешь. Бывает такое. Ну и СНТ-шки сидят. Первый раунд в численном преимуществе. 12-7. Идет раскидка апленда. И вот терзают меня. Вот я про это говорил. Ну, тут тоже. Там вон клон Робы сидит, который в руке с гранатой. Без. Играет пока что один анда на апленде. Два минуса сделали. Ну вот укрепление стянули. Получилось выйти. Дальше что? 2 в 5. Пойдут ли поляки здесь делать какие-то минусы? Неясно. Ну, репа стягивается, да. Ну, 5000 точно сейвить будут. Нет, не будут уже сейвить 5000. Роба говорит, не уйдешь. И все ищут Эона. А Эон у нас просто вот такой парень, который просто сидит. Оп, в спинку забирает спокойненько Дэша. Давайте следить за ним. Ну, короче, с одной потерей сыграли белорусы. В этом раунде молодцы. Что делали на первом девайсном, непонятно. 8-12. На самом-то деле они берут уже намного больше, чем брали немцы у польской команды. Так что, скорее всего, могут даже побороться. Но, опять же, сомнительно. Очень тяжело комментировать, смотреть с белорусами, когда на Умерси играют просто очень-очень хорошо. Так, ну, не та же схема на этот раз они... Ну, все, да, давай все в кокон просто. Все в кокон, там, с пятого раза подсадились. Ну, и вот в чем прикол этой подсадки на скалу, непонятно. Когда улицу поляки смотрят закрыто. В том раунде уже, кстати, была предпосылка к этому, когда Тецик принимал с нижнего, с длинного. Отличный прыжок от Роба, ни разу не спалился. Вообще ни капельки. Так, Тецик теперь играет девятку, пропускает улицу. Дым все еще лежит. Репа. Репа! Бам-бам-бам-бам-бо-го-го. Дэш играет намного лучше вместе с Сергом. Ну и белорусы пока показывают относительно, знаете, медленный интересный раунд. На закрытом уже закрепились, уже хорошо. Дэш идет в туннеле. В туннелях никого нету, но поляки ждут, по-моему, какого-то чуда. Так, Дэш, ну, ждет десанта. Десанта нет. Бес в итоге забирает мейн, убивает Роба. Нет замка, 3 в 2, без каналка, минус дэш, 2 в 2, кубик. И кубик идет в вилку к двум игрокам нападения, которые с бомбой. Они будут занимать плент. Кубик выигрывает все тайминги. Падает на вилку, но не смотрит. Ну, твою... Просто чекни это, бро. Бес, минус Женя. Ну и садится дефузить бомбу. Вообще отлично. Вот он бы уже раунд взял сейчас. Ну, после второго, конечно, Дергача это... Ну, короче, на верочку сыграл здесь Серега против своего друга из Польши.
Ну, это провал от белорусов, короче. Все, сейчас надо звонить батьке, просить его, чтобы он поправил парней. Ну, как можно стоять на бомбе, играя против дефузера, который, во-первых, с дефьюзом, во-вторых, дергает второй раз и выйти вот один раз последний, когда тот уже задефил бомбу. При том, что он вышел, увидел его, не стрельнул, ушел обратно, потом, да черт, он же может дефузить. Типу уже было просто, ну, это все знатно бомбануло, короче. Просто такого белорусов тут, я не знаю, им ничего не поможет собраться. И в итоге они с 8 раундами, 13 у Мерси, это 5 раундов преимущества, и 5 подряд брать это нереально. Просто нереально. Посмотрим на кубика, будет ли поджим. Нет, поджима нет. И есть поджим все-таки в ноль. Уверенно отыгрывает кубик, старательно добивает Женюмеда, выбивает бомбу, и у белорусов проблемы продолжаются. 3 в 3. Без минус дэш. Бомба на инсайде, ее надо забирать. Но забрать ее будет очень-очень сложно, потому что на Мерси закрывает свой ультимейт со всех сторон. 14-8. Ну и это, по-моему, ГГ. Вот денег нет. 2-2, 3-1, 4-8, 3-5, 2-8. Но это слив. Это слив по-любому. Но можно, конечно, и волевой бой сделать. Раз уж 14 отдали, что тут уже мелочиться. Можно купить. Ну и покупают чешки, 3 флешки. ЦЖшки вообще всего 2. 2 по 250. Один глок от дэш попробует, наверное, сыграть быстро на А, либо на Б. Так, ну поляки сразу вот предусмотрительно подходят к процессу. Быстрое очень отдымление рам было. Моментальный молотов был брошен в будку, чтобы не было фаст-выхода какого-либо. Вообще, скорее всего, сейчас поляки ждут опять-таки не а какого-то нормального раунда. Но СНТ, наверное, доиграют по классике. Классика, я называю это просто праг. Ну, то есть вы уже проиграли игру, вы это понимаете, вам нужно просто какие-то раунды нормально сыграть. Зажим от Иона и втопил на троих. Роба Дэшанда лишаются жизни, 2 в 5, и ого, Женя тут пытается кого-то найти, но никого нет. Нац, 8. 15-8. Даст 2 мы просим. Товарищи. Да, вот на самом деле команду СНТ просто батька не выпустит ни один международный лан, я думаю, после такого провала вот на нюке. Ну ладно, нюк это не карта. Они свое очко отыграли, они свой маппоинт взяли. Все будет решаться уже понятно, что на третьей карте. Так, и он, ну тут Total Flash, Anal Dominated, бомба радио, уже один в нуле. Где белорусы в этот момент находятся, я не понимаю. А, понятно. Ну, Роба сейчас будет сейвиться, да? Давай, 2 в 5, бро. Ну, Дэш бежит на улицу тоже. Короче, друзья, третья карта, The Dust 2, 16-8, счет на второй карте, и понятно, что здесь уже, ну, как бы не выйдет. Не выйдет, как бы, нормально сыграть. ГГ. И третья карта, Dust 2, будет решать практически все между этими командами. К вам вернемся через несколько минут и будем смотреть за этой зарубой. Даже, наверное, через минут, наверное, 5, может, 10, поэтому оставайтесь с нами, далеко не уходите. Сейчас все будет очень хорошо.